Сколько не играю, всегда у игроков родители кричат и с матом кричат вообще как-то. В общем, в основном батьки. Да вообще. У меня нет. На меня не кричат. Ну что, бомбу будет ставить, чувак, или не будет? Да, блядь, он будет. Ого. А смог это... Подожди. Фанат... Нет, фанат мясника это не ты. Как ты подписан? Ты подписан на Ешку, Артём? Я подписан на Каха, но я сейчас не зашу. Понятно. Ну как, я нормально? Нормально, да. Гоша зашел. Какой? Просто Гоха. Люблю эту пушку, она классная такая. Какая? Б3-1. Ну почему ты не заходишь, Артём? А, подожди. У меня просто долго что-то заглушает. Угу. А Илюха не зашел на раз? Зашел, конечно. Ушел, раскидывай тут всех. Я вам перезвоню. Угу. Хорошо. Сейчас, мама. Ноутбук у тебя зачем? Я зашел. А, вижу, у тебя тоже Steam. А как вы Steam получили? А, это у меня это было. Аккаунт, только я не мог зайти, а сейчас я Это же другой аккаунт. У тебя был. Да, это другой аккаунт. А этот сам АКС-ку вы купили? Или кто-то дал? Дали. Дали? А где? Сейчас подожди, на себе я приму твою. Угу, хорошо. Вы так за день нашли людей, которые подарили вам? Нет, это у меня раньше давно было. Угу. Поэтому, вчера ты просил меня подарить тебе КС. А, ты вообще забыл про меня, сегодня вспомнил утром, зашел. Юли, и появилась. Ага. Он тоже вспомнил? Ну, у него тоже было? Короче, из-за тебя. А у Ильи тоже было? Да. Он тоже вспомнил. Почему ты обманываешь? Не, ну я 81 хп. Что ты делал? Понятно.
Откуда, откуда? Я... Куда он стреляет? Я не вижу. Он не слышит. Он всяк. Странно. Вроде успел, вроде рядом с ним. А, перекидывает. Почему перекидывает? Всех взяла, перекинула. Два на два хочет, что ли? Что это за херня? Не знаю, все рестарты сделался. Если убежишь, то уже все. Не догоню тебя. Ой. Ах ты ж, да, у нас тут еще один вышел. Поддержка. Куда-то ушел. Я знаю, куда он наверх пошел. Тут где-то стоит. Ух ты! Ты убил кого-то? Я за вас. Не боюсь. Красиво вообще было. Я теперь за тобой буду, не бойся. Хедшот, он только в прыжке красиво. Ай. Ну что, нормально, красиво. Я никогда не умел играть. Отлично. Есть, есть, есть тут. Чего вроде не топают? Они топают. Я меня слышу. Да господи! Зажал просто. У меня же всегда конфиг свой был. Если ты можешь его скопировать в эту квест. А он не для снимок, если будет.
Он что? Он снимает. Капец, я пацану там хочу на срока порадовал. 53. Бомба тут. Я так и чувствую. И где он там? Не видно? АВПшники хорошие? Зачем на узду? Блин, чуть-чуть не довожу. Зачем ты на узду? Чтоб убить. Да, тактика. Не всегда получается, правда. Ага. Мне не надо. Наверное, на Б пошел. Нет. Я даже не лез. Предлагаю только быть с пистолетом. Надо другой сервер, где есть люди. Да не, я предлагаю с пистолетом. Можно тут хотя бы из нас. Или что, кто-то зашел? А. Да. Нормально. Нет, никого. Гучи Гэн, ну зачем ты за нас зашел? Теперь перешел. Алло. На том же сервере? Да, на том же. Ого, только 9. Можно здесь. Можешь заходить к нам. Где это на кучке? Бомбу где-то поставил. А что только 9? Это ты о чем? А? Ты говорил только 9, это ты о чем? Приму. Время только 9. Там уже ясно, да, на того смотреть не могу. Мучается, там она еще не будет. А вот вообще, я лучше называю секрет, зачем оно быстрее, чем оно дальше идет. Слышь, может ты Артём? Да, я забыл. Что? Гучи Гейн, он же плохо играет. Я бы не сказал. А ты можешь смотреть за нами? Или только за Гуччи? Только за Гуччи. Слышь, давай без АВП. Ну, могу скаут взять. Он на Б поставил, вы серьезно? Он будет ходить на Б ставить? Ой.
он залетает. Блин. О, пропал, попал. Отлично. Это там, да. Да, не, он 30 патронов выпустил, не попал у меня потом. С пистолета только убил. На Б пошли они. На Б снова. Они на Б? Да, на Б. Да, на Б. Ух ты, пришел. Надо другой сервачок нам. Здесь только два человека получается, тут целых четыре будет. О, даст 2 на 2, 3 на 3, сейчас еще зайдем 4 на 4 будет вообще. Сейчас я тихо. Сейчас, подожди. Слав, скиньте мало человек. А я скинул. Ну, 3 на 3 тут. Так, поем без субботы. Ты хочешь сказать то, что если ты будешь 4 дня не работать, из-за этого что-то много поменяется?
вообще классный прям. Не можешь сказать, где они? Я без понятия, я живой. Ты ж... Ой, а, это ты? Да, это я. Добил. Да ничего, нормально. Я бы просто сказал, ты что-то попал. Я 3-4, 33 не читал. Капец, у него оружие. Другие как-то не хотят, что ли, заходить, или где там Артём пропал? У тебя микрофон-то он... Хотя не знаю, может, ты не у тебя, секунду. Будто бы исчезаешь так вот, по громкости. Из-за звука в игре. А, из-за звука в игре? Вот Артём идёт. Чёрт. На вот этот сервак заходи, чтобы скинуть. Да-да-да, то, что я скинул, заходи. Будешь за меня играть. Ура! А, меня кикнули. Меня кикнули. Я убил админа, поэтому меня кикнули. Как знакомо. Админ забанили. Помню, мы админа троллили, а у него просто статус админ был, он там ничего не мог сделать. Так это не админ, значит, потому что админ может кикать, там банить. Я знаю, он нам просто ничего не хотел. Он не хотел? Мы его так дразнили, мы тупо считали. Ну, как мои друзья считали. Что потише делать? Звуки в игре выключил. Ну так, меня хорошо слышно? Да, хорошо. Я звуки в игре выключил вообще. Да, теперь шоу. Я, в принципе, тоже, у меня звук очень тихо стоит. Хорош, я звук выключил. Я чисто на реакцию играю. Когда надо звук выключить? Первый попробую. А я думал, там не сидит. Я просто попростреливал, у меня не показалось, что там кто-то есть, и я решил, что никого нет. Пять человек. Красавчик. Он сам все попереводил одни. Будем втроем. А я. И ты тоже. Кикнул, он опять меня кикнул. Бля, капец. Админ, а грошковник, наверное. До свидания. Ну, он сразу. До свидания, Рейнберг. Заходи еще. Я сейчас он тебя вырубает. А админ просто. Ой, сам меня с Саримом убивает через стену. Это антикил.